Приехал щебень. Он прокрадывается. Сзаду. Сдают. Это звонит. Лена, наверное. А, Лена, ну подъезжает. Вот оно. Уже на выгрузку. Встретили. Алло. Да, хорошо, я тебе перезвоню. Ага, скажу. Так, сколько тонн узнаете, Игнатий Игоревич? Лена просит узнать, сколько тонн. Вот держит, поднимает. Высокий. Вот. Дождь хлещет у нас. Все. Делал дело. Сейчас показывает ему, куда выгружать. Ну, а нам понятно будет вон туда выгружать, сзади. Он бы проехал, не задел. Может быть, и задел. Серое небо такое. Ну, соляркой как. Ну, долго ехал. Ну, приехал. Щебень для вот дом. И вот где светлая вот это утеплитель, вот все это будет сниматься, и вот рядом асфальт будет выпиливаться для того, чтобы можно было сделать яму и посмотреть фундамент. Там вот эти бревна, разгнившие это точно, потому что Володя вниз в подпол спускался, ну там типа предподполник такой небольшой, и оттуда уже выбирал. Эти бревна, они прогнили. Вот там, где кот идет. Кот где идет. Вот в том месте там все прогнившее. Дом этот приблизительно здесь стоит с 40-го года. Храм. Храмовый дом у нас. Где? Тоже с 40-го года. Ему даже еще больше, чем этому домику храмовому. Он стоял на площади Ленина. Улица Ленина. Недалеко от этого места. Его потом там разобрали, сюда перевезли. А там построили магазин «Красный». «Красный магазин» называется. Тогда он был самый, ну как, бум. Начинаются маневры. Ну вот сейчас будет вываливать. Там все подготовили. Поубирал там Игнатихович. Володя тоже. Эти доски разобрали, которые из дома, вот которые. Так, немножко тут ну, пошло не по плану. А ему нельзя туда-сюда-то ездить. Ему надо только встать и сразу высыпать. Там щебень. Он может ему этот гидроподъемник может сломить. Все, она идет.
я подойду, подниму провода там, подниму я попробую. Узнаете? 15. 15? Да. Ага, я перезвоню Лене тогда. Ну вот. Не видим ничего этого. Все. Вот какая куча получилась. 15 тонн. 15 тонн. Пригодится все это. Так, ладно, сейчас другое место поедем. Господу слава, во веки веков. Аминь.